Ради консультации в этой клинике Клочковы приехали из деревни Новоспасск. Там их малышу помочь не могут, да и в районной больнице врачи бессильны. Нужных специалистов родители начали искать задолго до рождения сына. Про ножки сказали уже на втором УЗИ, это в 23 недели. Меня отправили сюда, в Казань, и в Казани уже сказали то, что да, двусторонняя косолапость. Я тогда уже знала, уже настроена была как-то, чтобы не отчаиваться, то, что мы все переживем, все пройдем. Случай сложный. У ребенка двусторонняя врожденная косолапость. Это значит, что придется пройти очень болезненный и долгий путь лечения. Самый оптимальный метод – панцетти. На ножки Артема несколько раз будут накладывать гипс, чтобы зафиксировать их в нужном положении. На сегодня это самый эффективный метод лечения косолапости, который поможет ребенку в дальнейшем начать полноценную жизнь, ходить, хорошо, уверенно ходить. Однако есть серьезная проблема. Лечение для Клочковых дорогое – почти 120 тысяч рублей. Папа работает водителем в больнице. С его зарплатой копить придется несколько лет. Занять такие деньги в деревне не у кого. Помочь могут только наши зрители. Достаточно отправить смс на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Как внести большую сумму, можно узнать на сайтах нашей телерадиокомпании и Росфонда.